Так, это у нас Луна 17 октября 2019 год, Харьков. Двадцать один тридцать по Киеву. Снять я сейчас хочу не Луну, а Луну с Альдебараном. Сблизилась Луна с Альдебараном на 3 угловых градуса. Вот он, как раз ниже Луны. Фотоаппарат пытается одновременно, видимо, взять фокусы Луну и Альдебаран. Ну, Луна 400 тысяч километров, Альдебаран 66 световых лет, 66,6. Потому сиденье невозможно. Для мыльницы, по крайней мере. Это, наверное, для любого оптического прибора. Да, снимал я только что это все на Sony. Соня темноты боится меньше, светочувствительность у него лучше. Но увеличение меньше. Ну, не совсем дохленький, конечно. Упс. В общем, сближение Альдебарана и Луны можно наблюдать сегодня всю ночь. Оставлю пока красавица наша в кадре. Пускай ползает всю ночь до самого рассвета, то есть завтра буду двигаться на работу еще. О, ветерочек какой. Больше увеличения, соответственно, колебания. Посмотрим, как меня проснет. Будет ли так же ясно. К завтрашнему утру стоит ли фотоаппарат брать с собой. Может, завтра еще с утра поснимаю. Максимальное сближение Юпитера. Да что ж ты, Юпитера. Альдебарана и Луны будет. Час ночи по Киеву. Да, ну затмевает сама Луна своим сиянием. По-моему, на Луне было это все интересней. А тут никак не фокусируется. Да, ладно, нет, до свидания. Посмотрим, может, ночью потемнее будет, получше. О, вот тебе, пожалуйста. И Альдебаран, и Луна. Ну, на этом и закончим.